В марте отмечают свой праздник люди самых нужных профессий – работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Эти преданные своему делу специалисты отвечают за комфорт в наших домах и квартирах. Они делают нашу жизнь прекраснее и легче, а потому заслуживают самых добрых слов. На торжественный прием в администрацию Славянского района были приглашены лучшие представители трудовых коллективов. Их высокий профессионализм и любовь к своему делу вместе с большим опытом и ответственностью делают их зачастую незаменимыми на своем рабочем месте. Хочу выразить вам еще раз благодарность за ваш труд, за ваше терпение. И то, что вы сегодня попали на прием главы района, это неспроста. Вы себя зарекомендовали. Председатель Совета Славянского района пожелал собравшимся и членам их коллективов успеха в труде, здоровья и благополучия. Затем была озвучена информация о каждом, пришедшем на торжественный прием. И действительно, эти профессионалы очень достойно представляют свои отрасли. Вот Светлана Алькова, призер конкурса «Золотые ножницы» в номинации «Женская прическа». Она очень любит свою работу и творчески к ней относится. Люди приходят с одной стрижкой или покраской, уходят другие, они улыбаются, они рады, они счастливы. Мы как бы чуть-чуть вносим гармонию такой радости, что ли, и уверенности в себе, как бы это радует. Бесперебойность работы своей сферы успешно обеспечивает мастер участка жилкомплекса в поселке Целины Евгения Васильева. Коллектив у нас дружный, очень хороший. Мы ночью в любое время суток, погоды готовы работать, какие-то аварийные вопросы решать. Поэтому я думаю, что все будет у нас в поселке замечательно. Предприниматель Сергей Поликарский, отмеченный за свой труд властями района, изготавливает металлические приспособления для создания декоративного кирпича. Эта технология попала мне в руки, так можно сказать, и я ее развил. Я очень благодарен администрации и городу, что мой труд был замечен. Григорий Литовко вручил собравшимся благодарственные письма и ценные подарки за высокие показатели в работе и большой вклад в развитие отрасли. Работа в этой сфере требует самоотдачи, специальных знаний, способности находить контакт с людьми. И все это есть у наших лучших профессионалов. Анна Монастыренко, Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».